5 дней зрелищных поединков и больше 150 спортсменов. В Нижневартовске стартовал 18-й Кубок мира по боксу нефтяных стран. Международное событие посвящено первооткрывателю югорского черного золота и герою социалистического труда Фарману Салманову. За зрелищными боями наблюдал Святослав Балконский. Звуки мощных ударов, громкие крики болельщиков. В зале международных встреч действительно жаркая атмосфера. Сильнейшие боксеры из 16 стран мира собрались в Нижневартовске. Город принимает этот международный турнир в 8-й раз. Это один из первых боев. На ринге боксер из Октябрьского района Алиса Шарифов. Его противник – спортсмен из Таджикистана Шамшер Саидов. Бой длился буквально несколько минут. Единогласным решением победу отдали югорчанину. Первый бой всегда самый тяжелый, эмоционально, такая поддержка. В первой паре начинал так по нарастающей, дальше больше. С каждым боем будем наращивать, и ринг все покажет, как говорится. В Нижневартовск прибыло 153 участника соревнований. Спортсмены сражаются в 19 весовых категориях, 6 женских и 13 мужских. Это, ну, как минимум, призеры национальных чемпионатов, если мы... Сюда приехал второй, третий состав сборной страны, в том числе, понимая, что критерий должен быть достаточно высокий, требования к спортсмену уровня. Возраст боксеров от 19 до 40 лет. На ринге преимущественно опытные спортсмены. Для многих этот турнир – хорошая возможность оттащить мастерство и заработать путевку на старты более высокого уровня. Но есть и перспективные новички, которые только сняли шлем юниора. Ну, у меня первая в жизни такие соревнования прям важные. Это все уже мужчины, я первый год только. Первые соревнования мои по-взрослому. Защитой работал, чтобы руки не отпускать, потому что удары уже не те, там пособленнее надо быть. И на выносливость работали. Последний раз Нижневартовск принимал Кубок мира нефтяных стран 5 лет назад. Возвращение турнира – хороший знак для местного спорта. Тем более, с тех пор развитие бокса в автономном округе не стояло на месте. Один из ярких примеров – недавняя победа югорчанина Альберта Батыргазиева на Олимпиаде в Токио. Святослав Балконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.